Пижончик. Меня зовут Ярослав. Ярослав Пижончик. Ну что же, сейчас будем исполнять. Давайте, что исполняем? Рэп-композицию, которую доктор бросал буквально для Миши специально. Рэп собственноручного сочинения? Конечно. Да. Давай. Руки вверх, все фанаты Миши. Надеюсь, ты где-то сейчас меня слышишь. Ребята стоят и надеждой все дышат. Мы хотим с тобой фото и, возможно, автограф подпишешь. Плиз, Миша, плиз. Я хочу с тобой фото. Ты такой крутой. Даже круче бегемота, мота, мота. Йоу. Миша, не скажешь, что не возьмешь его на понт. Он такой крутой, он даже круче, чем Джеймс Бонд. Давайте, как вас зовут? Никита. Никита, давай, стили. Дети стали плохо. Мой фотошоп открыт, готов. Картинки скачаны, идей полно. Я так взволнован, одушевлюсь. Еще чуть-чуть, и я начну. Куда угодно, где захочу. Я оверлока прилеплю. Там весь Твиттер и ВК. Теперь для Миши Горинца это возвращение. Нет прощения и сожаления, лишь предупреждение. Спасибо. А вы знаете эту песню? Это какая-то известная песня? А? Он написал.